у нас не первый мюзикл. У нас была «Злодейка», был «Ромео», и вот это наша третья работа. Именно для этого спектакля мы объявили набор в сентябре, и к нам пришло очень много хороших детей. Этот набор был как никогда удачный. Поющие, танцующие дети, и мы очень рады, что они у нас есть. Мы очень рады, что мы участвуем в таком социально значимом мюзикле. Да. И очень рады сейчас подарить эмоции зрителям. Это очень важный мюзикл, потому что мы работали над ним все вместе. Да. Все мы одинаковые, все мы люди, и между людьми нет границ. Мы делаем это вместе, значит, у нас все получится. Мы команда, и мы можем. С утра до ночи мы репетировали, старались сделать все на высшем уровне. Для меня очень важно подать все так, чтобы эмоции захлестывали не только меня, но и зрителя.